Слава, здравствуйте. С вами еще раз хочу поздороваться. Это я, Алексей Смирнов. И продолжая нашу тему, тему того, что происходит в России, я бы хотел отдельно остановиться на таком маленьком вопросе, если его можно назвать маленьким. Это вопрос оппозиционных сил. Почему нам всем не удается как бы действовать в одном направлении, научиться понимать друг друга, научиться ценить мнение и отношение людей к друг другу, к животрепещущим проблемам. Я постоянно задаю себе вопрос, что мешает амбиции лидеров, нежелание найти какую-то общую середину или постоянное какое-то желание одних быть первее или выше других, что ли? Я не знаю, мне кажется, нам всем пора уже немножко остановиться в этих планах своих собственных, что называется, продвижений, а задуматься о том, а что будет с государством, если мы все будем вот так, как лебедь, рак и щука в известной басне. Нам нужно единение, нам нужно объединяться, нам нужно в первую очередь сейчас думать о России, потому что мы государство теряем, мы теряем свою нацию, свою самоидентичность. Пока мы все чего-то, извините меня, там не можем договориться, грыземся, встаем в некие такие позы, что называется, я не с вами, вы не со мной и все остальное. Государство рушится. Вот о чем надо думать. Мы все кричим на каждом углу, что мы патриоты. Патриоты. Патриотизм, любовь к родине. Вот о чем надо в первую очередь думать. О родине. И о той родине, которую мы оставим после себя, следующим поколениям. Давайте задумаемся. Я призываю всех объединиться, забыть всякие обиды и амбиции и начать вместе плодотворно работать.